Добрый день, друзья! Игорь Жабский представляет вторую часть на реке Раздольной. Сегодня 21 июля 2017 года. Я добрался до конца дамбы и решил снять часть вторую от ситуации на нашей реке Раздольной. Я снимал уже в этом месте, когда был тайфун Lion Rock. Но сегодня воды даже чуть больше, чем при Lion Rock. Тогда вот эта часть не была затоплена, сейчас затоплена. Вот зрители пришли. Вот он машет ручкой. Привет, Саша! Прибывает водичка. Позавчера был, вообще ничего не было, вечером ходил. Сейчас все стекает, да еще и китайцы подбавят. Так что водичка прибывает. Да, я как всегда стою. Да, я всегда вот стою на краю дамбы. Сейчас я покажу. Вот край дамбы. Он практически затоплен. И вот я на краешке тут примостился, чтобы показать вам, какая ситуация на нашей реке Раздольной. Вообще Раздольная как-то не очень упоминается река официально, как когда ее переименовали. Все говорят Суйфун. Но официально Раздольная. Вот у нас даже пикничок образовался тут на берегу речки. Под шум волн, под шум реки. Погода хорошая. Немножко повернемся. Главное, лишний шаг не сделать, чтобы не поплыть. Вот видите, все в воде. Все в воде. Дождей выпало много. В Корее вообще там эвакуация идет. Да, погода в этом году всем дала. Особенно в центральной части. Там вообще лета нету. То град, то снег, то ураган с дождем. А вот лета нету. У нас нет-нет, да пробивает солнышко, и можно отдохнуть и съездить на море. Но там, в центральной части, никак. Погода не восстанавливается. Вот такая вот быстрина на реке. Вода сносит все на своем пути, чистит берега от наших очень порядочных туристов, которые отдыхают и после себя оставляют мусор. А потом везде и всюду жалуются, что везде грязно, отдохнуть негде. И опять власти виноваты. А сами они чистенькие, пушистые. Если бы каждый отдыхающий убирал за собой, то и везде было бы чисто. Ну все, друзья, а то смотрю, уже меня начинает подмывать. Вода прибывает быстро. Там, где я уже стоял и показывал вам, уже вода подбирается. Поэтому я сейчас буду заканчивать.
Сейчас вот перейду вот сюда вот. И вот на этом кадре я с вами попрощаюсь. Часть вторая закончена. До свидания, друзья. До новых встреч.